шуршу листами, день свой начиная, приговоренный к чтению газет. Весь мир всю жизнь по новой открываю, как Христофор Колумб свой новый свет. С чего начнем? Начнем с передовицы, как камертон даст нужный мне настрой. Сверяю душу, чтоб не заблудиться во тьме идей средь истины простой. Во тьме идей средь истины простой. Вновь кто-то умер, а другой отмечен. Всем по заслугам радуюсь скорбя. Имею мнение, что никто не вечен. Держу ж его, конечно ж, про себя. Перевернув страницу, отмечаю, что все по плану, хоть не без прорех. В дела партийные я, впрочем, не вникаю. Чего ж белье вытряхивать при всех? Чего ж белье вытряхивать при всех? На третье что? Немножко о культуре. Абзац науки, есть о чем писать. Умельцы при родной литературе нам объяснят, чего и как читать. Чистят доганку, ясно, что за дело. Хоть я там не был, знаю наперед, что если б муза вытворяла, что хотела, ее б давно свели на эшафот. Вот про соцлагерь, больше про услуги. Узнаем, что, кто и сколько получил. Я при таком большом надежном друге на целый мир предмет свой положил. Что за кордоном, близко ли разложение? Гляжу в их мир, как в старое кино. Скандал в госдепе, жертвы наводнения. Мы ж с этим всем покончили давно. Мы ж с этим всем покончили давно. Письмо с Кубани, видно, наболело. Открытым текстом прямо в Белый дом. От всей души все ясно, все по делу. Спасибо вам, товарищ агроном. Кипит народ, не выпивший ни грамма. Откуда прыгает? Вот мне б такой накал. Клеймят в депо валютную программу, а я ж ее, простите, не читал. А я ж ее, простите, не читал. Ну вот и все, последняя страница. В глотке покоя можно ли отказать? Футбол, хоккей, нетленная таблица. Гидромедцентр пророчит благодать. Гидромедцентр пророчит благодать. Телепрограмма мне программа жизни. Ей завершаю чтение газет. И в клочья рву с мечтой о коммунизме. И прочь иду, покинув туалет. И прочь иду, покинув туалет.